Ну что ж, я готова передать слово генеральному директору компании «Орифлейм» Екатерине Мамедовой. Ваши аплодисменты. Добрый день, дорогие лидеры, добрый день, дорогие партнеры. Я рада вас приветствовать на нашем ежекаталожном вебинаре «Акценты каталога». Во-первых, я хочу вас поздравить с началом лета, с замечательной погодой, с началом 8-го каталога и сказать вам спасибо за 7-й каталог, который мы буквально в прошедшие выходные закрыли. Он был непростой, тем не менее у нас есть хорошие результаты. И я хочу сказать, что акция реактивации, в которой вы все участвовали, прошла у нас очень успешно. Вы разбудили практически 8 тысяч человек, то есть это очень хороший показатель. Спасибо вам огромное за вашу работу. Наша рекрутинговая программа набирает обороты, и я хочу сказать, что результаты 7-го каталога по рекрутингу были лучше, чем результаты 6-го каталога, и это дает нам надежду, я бы сказала, даже уверенность в том, что в 8-м каталоге мы побьем в рекрутинге абсолютно все рекорды. Итак, смотрим вперед, смотрим на 8-й каталог и на наше жаркое лето, как оно будет проходить, что мы будем с вами делать. Очень важно понимать и анализировать ситуацию, и с точки зрения анализа ситуации понимать, кто мы, где мы и что мы должны с вами делать. На самом деле, для кого не секрет, что действительно за окном неспокойно. В мире и в стране, и в регионе достаточно нестабильная экономическая ситуация, меняющиеся курсы валют, рост цен, различные тактики, подходы конкурентов для того, чтобы завоевать потребителя, завоевать свой кусок рынка. И очень важно понимать, что мы с вами должны делать в этой ситуации и какова наша с вами стратегия. Мы следуем своей стратегии, несмотря ни на что. Наша экономическая стабильность, наша прибыльность как компании дает нам возможность быть твердыми в своем выбранном пути. И мы с вами должны все понимать, как лидеры компании, сотрудники компании, что инновационные продукты, разработанные в Швеции с запатентованными технологиями, высокотехнологичные продукты не могут быть в принципе дешевыми. В то время, когда конкуренты демпингуют, когда они снижают резко цены, мы должны четко держать свою стратегию и находиться в том сегменте рынка в Республике Беларусь, на котором мы были всегда. Мы всегда были привлекательным инновационным продуктом, за который люди готовы были платить деньги. В то же время нам важно обеспечивать активность консультантов за счет увеличения лояльности к продукту. Это непосредственно ваша ответственность и ваша обязанность. Потому что любовь к продукту рождает желание его рекомендовать, и что в итоге приводит к возможности дополнительного дохода консультанта, а это гарантия стабильности вашего бизнеса. Тем не менее, мы смотрим на рынок, мы анализируем, и мы действуем оперативно. Нам с вами вместе, компании, я имею в виду компании и лидеров, необходимо выступать с неоспоримыми преимуществами, особенно в летний сезон. И мы подготовили программу, называется она «Вау-лето 2015», «Вау-лето Беларусь». И программа рассчитана на действие в период 8-12 каталога. Что-то, что мы приготовили, доступно для всех консультантов, что-то доступно только для лидеров, и итак, начиная. Что же мы предложили для консультантов? На сегодняшний день мы с вами видим, что действительно конкуренты предлагают скидки дополнительные, предлагают возможность покупки дешевле, выгоднее и так далее, и мы смотрим на опыт не только конкурентов, мы смотрим на опыт других компаний, и прежде чем мы перейдем с вами к тем предложениям, о которых мы будем говорить, я бы хотела немножко поговорить о том, вообще, что такое скидка. То есть у нас с вами есть консультанты, которые уже лояльны, которые уже в компании «Орифлейм», есть консультанты по какой-то причине в текущий период времени, они не разместили заказ. Есть консультанты, есть люди, которые еще не стали нашими консультантами. Так вот, мы должны с вами понимать, что любая скидка, любое наше сообщение, любое наше предложение,
Это что для тех, кто уже в Oriflame? Это дополнительная возможность купить любимые продукты по хорошей цене. Для тех, кто по какой-то причине не разместил заказ, по какой-то причине не размещал заказ в последней каталоге, или для наших новичков, это, знаете, открытая дверь, это приглашение в каталог, это возможность влюбить в наш продукт за счет какого-то сообщения, одного продукта, и, соответственно, сделать заказы в каталоге на другие продукты. Что делают компании, известные компании? Ну, хорошо, известный вам и доступный пример – это Евроопт, который постоянно анонсирует какие-то продукты по очень низкой цене. Да? То есть, там, купи апельсин по такой-то цене, человек идет на это сообщение, он приходит в магазин и выходит со средним чеком там 180-200 тысяч белорусских рублей. Это нормальная практика, это нормальная практика ритейла, и есть масса других известных компаний, таких как, например, шведская компания IKEA, кто с ней знаком, который тоже делает такой маркетинговый ход. Есть какой-то один продукт по очень низкой цене, и человек, идя вроде как за этим продуктом, выходит целой тележкой из IKEA и покупает много всего другого, о чем он, в общем-то, не предполагал, идя в этот магазин. Соответственно, мы как компания в летний период предлагаем совершенно уникальные возможности и широкий, каждый каталог, широкий выбор продуктов по цене до 60 белорусских рублей, и каждый каталог, два раза в каталог, мы будем предлагать специальные продукты по очень низкой цене, скидки будут до 70%. И сейчас уже в текущем каталоге вы видите эти предложения, вы уже с ними, я надеюсь, все познакомились, и в ближайшее время вы познакомитесь с этим предложением всех своих консультантов, и те, которые размещали заказ в предыдущих каталогах, и те, которые планируют разместить заказ в текущем каталоге, потому что предложения действительно уникальные, да, купи одну помаду с 30% скидкой, вторую со скидкой 50%. Совершенно уникальный набор, такой солнечный, летний, приятный набор со скидкой 50%. Абсолютно необходимый продукт летом, который продается очень хорошо. Мы делаем очень хороший объем на этом продукте. 60% скидки в текущем каталоге. Это последняя страничка в каталоге номер 8. Что же дальше? Девятый каталог удивляет и радует нас скидками, потому что мы видим, что губную помаду 100% цвета можно купить с 50% скидки всего за чуть больше, чем за 3 условных единицы. Любимый, уникальный, совершенно классный, мой личный любимый продукт – это капсулы, которые удобно брать в дорогу, которые делают совершенно невероятную твою кожу. Капсулы «Королевский бархат» и «Власть над временем» со скидкой 60% будут у нас в девятом каталоге. Любимый продукт, совершенно потрясающий продукт, невероятный эффект. За 3,59 единицы 70% скидки будет в девятом каталоге, и вы сможете, предлагая этот крем, привлечь своих клиентов и новым консультантам, дать возможность увидеть каталог, насладиться нашими продуктами и разместить свои заказы. В десятом каталоге туалетные воды Ice Fire Air со скидкой 50% можно купить любой аромат с такой глубокой скидкой. Это каталожное предложение, которое мы специально готовили для вас этим летом. Также в десятом каталоге меньше, чем за 2 условные единицы, 50% скидки можно купить зубные пасты. Это то, о чем я говорила, тот сигнальный якорный продукт, на который нужно и можно будет приглашать консультантов, потребителей, для того, чтобы они вошли в каталог, для того, чтобы они влюбились в наш продукт, и для того, чтобы вы, как лидеры, создавали лояльное потребление, создавали базу лояльных консультантов. Это очень-очень важно. Что же еще в 10-м каталоге? У нас будет уникальное предложение 10 разворотов с продуктами по 0,4 условной единицы, и как образец, как пример того, купи один лак и закажи второй всего за 0,4 условные единицы. Итак, больше заказов, больше выгоды. Это то, что мы сегодня предлагаем, то, что мы готовили для вас, для ваших консультантов и для ваших потребителей. Что же еще? Мы знаем, что у нас есть достаточно большое количество консультантов, которые любят рекомендовать наш продукт, которые готовы рекомендовать наш продукт. И на сегодня
седьмого каталога у нас действовало совершенно уникальное предложение для участников премьер-клуба: размести заказ на 900 тысяч и получи свой заказ бесплатно. Чтобы в лето размещать заказ было еще приятнее и выгоднее, для того, чтобы вы могли более часто размещать заказы, не только один раз в каталог, рекомендовать наши замечательные продукты консультантам и потребителям, мы делаем совершенно беспрецедентное предложение на период с 8 по 12 каталог. Стань участником премьер-клуба, размести заказ на 700 тысяч рублей и получи его бесплатно. К сожалению, я не слышу ваши аплодисменты. Уверена, что сейчас аудитория взорвалась бы громкими аплодисментами, потому что это действительно классная возможность. И мы снизили порог бесплатной доставки для того, чтобы вы могли более эффективно работать в течение сегодняшнего лета и делать, размещать ваши заказы. Что же еще? Белорусские консультанты очень любят совершенно замечательный наш уникальный продукт Wellness. Мы тоже его любим. И учитывая ваши пожелания, и для того, чтобы лето было приятным, чтобы в лето можно было стать еще более здоровым, мы сделали дополнительное предложение, уникальное предложение по Wellness. 15% скидка на всю продукцию Wellness в течение лета. Твое лето с Wellness. Аплодисменты. Коллеги меня поддерживают, спасибо. И я уверена, что такая возможность даст вам привлечь большее количество людей к потреблению нашего продукта, вашим постоянным клиентам дать возможность использовать продукт Wellness, делать подписки и двигаться вперед. Но это еще не все. Конечно же, мы смотрим на то, как поддержать вас, наших партнеров, лидеров, как поддержать ваши команды, как помочь вам выполнять свои планы по квалификациям и двигаться вперед по лестнице успеха. И один из важных моментов, который хотел показать, важная часть нашего бизнеса, это СПО. И я знаю, что многие из вас волнуются и переживают, как же лето, как мы будем проживать лето, потому что лето, ну, это понятно, и мы все с вами знаем, объемы СПО часто немножко проседают. И для того, чтобы поддержать менеджеров СПО, для того, чтобы поддержать нашу дистрибуцию, наш бизнес, мы делаем такое предложение, приняли решение, что мы фиксируем категорию всех СПО по итогам 4-го закрытого каталога 2015 года на период с 8 по 12 каталог. Это означает, что категория вашего СПО не будет понижаться в лето, и мы надеемся, что это даст вам возможность работать более эффективно, также выдерживать объемы, которые вы планировали, потому что в любом случае ваша скидка вознаграждения СПО зависит от ваших объемов. И по итогам 13-го каталога вы должны выйти на уровень объема продаж 4-го каталога, подтвердить свой объем продаж 4-го каталога, и тогда ваша категория останется неизменной в последующие месяцы. Естественно, дальше будет обычная наша процедура. Мы будем смотреть на ваши объемы для того, чтобы начислять вам вознаграждение по СПО. Я уверена, что эта новость тоже воспринята вами позитивно, и это поможет и поддержит ваш бизнес в течение летнего периода. А что же еще? В седьмом каталоге стартовала квалификация на золотую конференцию следующего года и на Мюнхенскую конференцию в Анталии. Новый для нас с вами проект, беспрецедентный, никогда такого не было, чтобы лидеры вместе с вами менеджерами ехали на конференцию, могли квалифицироваться командой. Это очень здорово. И для того, чтобы команда Oriflame Беларусь была самая многочисленная, самая успешная, мы предлагаем специальную программу, программу поддержки для менеджеров, которые поедут в Анталию. И первая встреча нашего проекта, проект называется «Курс на Анталию». Это не VIP-фуршет, как многие поняли, в скайп-чатах писали, когда у нас будет следующий VIP-фуршет. Это проект долгосрочный, на период квалификации, в течение которого мы хотим поддержать ваших менеджеров, ваши команды, которые квалифицируются и идут по квалификации на конференцию менеджеров в Анталии. Что это будет? Первая встреча состоится у нас 15 июня в совершенно замечательном отеле «Ренессанс». Как некоторые из вас его уже знают. У нас была там встреча и продуктовый семинар в апреле месяце.
Место уникальное, место престижное. И именно первая встреча пройдет в отеле «Ренессанс». Из чего будут состоять эти встречи? Это обучение, это социальная поддержка, это обмен опытом, это мотивация, естественно, мотивация и своим чужим успехом, потому что на этих встречах будут успешные лидеры рассказывать о том, как они работают, делиться своими секретами. Это будет эксклюзивная информация только для участников проекта, и, соответственно, будет возможность задать вопросы, пообщаться с топ-лидерами, с топ-менеджментом Республики Беларусь и двигаться вперед в такой дружной команде, брать курс на Анталию и квалифицироваться на конференцию. И у нас есть замечательная новость. Я признаюсь вам честно, читаю все скайп-чаты, стараюсь все прочитывать, иногда это бывает по более сотни сообщений в течение дня, но мы совершенно четко увидели ваши пожелания по поводу, ваше волнение, переживания по поводу того, что не все менеджеры смогли в седьмом каталоге, в большинстве случаев из-за технических вопросов, которые возникли в последний день, принять участие в этой программе. Что я могу сказать? Во-первых, конечно, нужно делать все заранее, потому что был целый седьмой каталог, и почему-то тянули до последнего дня, чтобы у нас что-то там произошло технически, и мы смогли вступить. Тем не менее, мы увидели ваши просьбы, и вау-новость в программе «Вау-лето». Вступить в квалификацию на конференцию в Анталию можно с 8-го каталога. Начни выполнять свой каталожный план по квалифицированному рекрутированию с 8-го каталога и стань участником проекта. Поэтому я желаю, чтобы все потенциальные участники ваших команд узнали об этой возможности, чтобы в полной мере воспользовались этой возможностью, и у нас с вами была самая большая, самая успешная делегация на конференцию в Анталии. Ну что же еще? Вы знаете о том, что буквально через 3 недели у нас, через 4 недели у нас будет важное событие мастер-класса на 2700 участников. Мы очень волнуемся вместе с топ-лидерами, мы готовим это мероприятие. У нас будет уникальный звездный список спикеров. Я уверена, что это мероприятие даст вам возможность не просто получить мотивацию, не просто получить заряд энергии, вы получите уверенность и ваши команды в том, что бизнес Oriflame в Беларуси навсегда, в том, что с Oriflame можно выполнять свои мечты, можно двигаться вперед по лестнице успеха, завоевывать все высоты, достигать самых невероятных высот, потому что у нас будут уникальные гости, и мы объявляем вау-новость, дополнительный промоушен. Если активность вашей структуры 70% и выше, а также вы рекрутируете 10% и больше от базы активных консультантов по итогу каталога, то вы получаете эксклюзивную возможность стать участником VIP-приема для старших менеджеров и выше при участии уникальных спикеров нашего уникального мероприятия. Это топ-лидеры номер 2 в глобальном рейтинге мира Джулия и Рамон Карал, президенты компании Oriflame. Это топ-лидеры Oriflame Беларусь, это топ-менеджмент Oriflame Беларусь и топ-менеджмент глобального Oriflame Еспер Мартинсон, Юрий Михайлюк, и я, естественно, буду тоже с вами. Я уверена, что данная новость даст вам дополнительный заряд энергии для работы в восьмом каталоге. Потому что, как я уже говорила, мы в седьмом каталоге рекрутировали лучше, чем в шестом, тем не менее, это для нас с вами большая точка роста, большая возможность приглашать людей в Oriflame, потому что сегодня важно понимать, что сегодня каждая компания, каждый производитель борется за каждого потребителя, за каждого человека, и мы с вами в этой борьбе должны быть обязательно первыми. Мы должны быть агрессивными, мы должны двигаться вперед, мы должны предлагать все наши возможности нашим консультантам, потенциальным консультантам и потребителям компании Oriflame. Поэтому на сегодняшний день ваша главная задача рассказать обо всем, о том, о чем вы узнали на сегодняшнем вебинаре, своим командам, рассказать своим менеджерам, сделать совершенно четкую и эффективную коммуникацию, чтобы каждый консультант узнал о том, что предлагает компания Oriflame, какую поддержку компания Oriflame предлагает. И, конечно же, в первую очередь, самим быть примером того, как правильно работать, как эффективно работать
ставить четкие задачи по рекрутированию, по активности. У вас есть дополнительный стимул в 8-м каталоге показать пример своим командам, что активность в структуре должна быть 70% и не менее, что рекрутировать нужно не менее 10% от базы активных консультантов вашей персональной группы. Я желаю вам удачи, я уверена, что все у вас получится, и до встречи на мастер-классах, на VIP-фуршете и на банкете директоров. Спасибо вам огромное. Дорогие лидеры, ну мы не завершаем наш вебинар, у нас есть еще одна часть. Как вы знаете, что все вебинары, которые проходят у нас по вторникам, они у нас призваны называть акцентами каталога, который мы с вами открываем. 3 недели каталога нам еще предстоит с вами активно отработать для того, чтобы получить все необходимые результаты, все-таки которые мы для себя запланировали. И сейчас я хочу с вами расставить несколько акцентов, которые, на наш взгляд, являются самыми важными в 8-м каталоге, ну, наверное, на весь летний период. Еще раз хочу с вами сейчас сделать, наверное, первое планирование, да, это до конца лета, наверное, даже до конца года. Я прошу вас в ваших ежедневниках, в ваших ноутбуках запланировать себе вторник, 11 часов дня, первая неделя каталога, открытие каталога. В это время, независимо от того, дождь, снег, град, метель, у нас будет проходить вебинар «Акценты каталога». Именно на этих вебинарах те лидеры, которые будут присутствовать, будут первыми узнавать все новости, которые приготовила для них компания. Ну и, конечно же, мы с вами будем на этих вебинарах расставлять акценты. Я более чем уверена, что эти акценты помогут вам достигать ваших целей. Ну что ж, 3 основные акцента на период действия 8-го каталога. Это, конечно же, рекрутирование, это высокая активность вашей структуры и использование и участие во всех программах и мероприятиях компании. Ни для кого не секрет, что уже в течение 3 каталогов мы находимся с вами, ну, как нам кажется, в активном рекрутировании и приглашаем наших новых консультантов принять участие в программе «Позволь себе больше» вместе с компанией «Арифлей». И мы подошли к последнему, к финальному каталогу данной программы. И как уже говорила Катерина, мы надеемся и рассчитываем, что этот каталог позволит нам, возможно, доделать то, что мы не доделали в период 5, 6 и 7 каталога. И в этом каталоге мы рассчитываем на то, что вы, ваши команды будут очень активно рекрутировать. Тем более мы предоставили вам огромный багаж инструментов для того, чтобы вам было приглашать новых людей в компанию «Арифлейм» еще интереснее, еще легче, для того, чтобы их первое знакомство с компанией «Арифлейм» было удивительным. Ну что ж, заканчивается данная рекрутинговая кампания. Еще раз проверьте свои планы, еще раз соберитесь со своими менеджерами. На ближайших планерках, которые, я знаю, проходят у вас вот в ближайшие самые дни, обязательно обсудите, что было запланировано в 5-м каталоге, какие результаты есть на текущий момент. И если где-то необходимо что-то подтянуть, что-то доделать, то обязательно, не опуская руки, конечно же, сейчас, да, беря все инструменты, доделывайте и достигайте тех результатов, которые вы перед собой поставили. Если говорить о активности, то мне кажется, что такого огромного спектра инструментов, который мы представили сегодня вам, наверное, в нашей истории еще не было. Да, и огромные скидки на бестселлеры компании «Арифлейм», и уникальные предложения в каталогах, и, конечно же, скидка на wellness-продукцию. Я более чем уверена, что эта новость взорвала чат нашего вебинара аплодисментами, потому что мы прекрасно знаем, насколько вы любите рекомендовать продукт компании «Арифлейм», и насколько вы уверены в том, что действительно этот продукт является гарантией стабильности вашего бизнеса. И благодаря этому продукту мы сможем влюбить еще большее количество людей в компанию «Арифлейм», в ту продукцию, которую мы им предлагаем. И благодаря этому продукту мы уверены, что люди останутся с нами на очень долгое время, потому что результат от применения продукции Wellness не заставляет себя ждать. Конечно же, предложение для участников премьер-клуба. Теперь еще большее количество людей примут в нем участие для того, чтобы получать свои заказы от компании «Арифлейм» бесплатно. Ну и то, о чем сегодня мы тоже говорили, это наш подарок от Ногинска.
всем консультантам, которые разместят свой заказ в период действия 8-го каталога. Это тоже одно из сообщений, которое поможет нам с вами поддержать активность на очень-очень высоком уровне. А эта активность должна быть не ниже 70% для того, чтобы принять участие во всех мероприятиях, о которых мы сегодня с вами говорили. Золотая конференция – конференция для менеджеров. Еще раз немножечко об условиях. Каждый каталог мы делаем коммуникацию вашим консультантам и вашим менеджерам с условиями данной программы. Но просим также вас, лидеров компании Oriflame, активно рассказывать об этой конференции на каждой своей встрече. Каждый день первое слово, с которым вы должны встречать вашего менеджера, как проходит твоя конференция, на каком этапе квалификации ты на конференцию в Анталию, для того, чтобы ваши менеджеры ежедневно помнили о тех планах, которые у них есть, и они стремились к достижению этих планов уже с первого дня работы каталога. Лидерские мастер-классы, которые пройдут 27 июня, здесь я бы хотела, чтобы все лидеры, которые хотят расти, хотят развиваться, собрали свои команды и, конечно же, стали участниками данных мастер-классов. Количество участников 2700. Вы все прекрасно понимаете, что, ну, возможно, все желающие на это мероприятие не попадут. Я хочу вам сказать, что уже разрабатывая план этого мероприятия, приглашая спикеров, разговаривая со спикером и обсуждая темы, я более чем уверена, что все, кто будут участниками данных лидерских мастер-классов, могут ответить себе на два очень важных вопроса. Те, кто еще пока не директор компании Oriflame, однозначно найдут ответ, как стать директором компании Oriflame сегодня. Какие действия мне необходимо делать сегодня? Какие инструменты мне для этого понадобятся? И на все эти вопросы ответят не просто сотрудники компании Oriflame, а самые растущие топ-лидеры Oriflame Беларусь и топ-лидеры мира. И те лидеры, которые сейчас находятся в звании директора и выше, ответьте себе на вопрос, как сейчас, в нынешнее время, в нынешней ситуации, с нынешними инструментами выращивать директоров в своей структуре. И на эти вопросы также дадут вам ответы, дадут свои рекомендации, поделятся фишками в своей работе топ-лидеры компании Oriflame. Для того, чтобы стать участниками данного вебинара, я рекомендую вам самое ближайшее время. Буквально вот сроки уже горят, потому что мы дали вашим топ-лидерам срок присоединения до 7 июня. То есть значит, что до 7 июня вы должны обратиться к своему топ-лидеру и дать заявку на участие, на свое участие, на участие вашей команды в данном мероприятии. Стоимость участия 295 000. Будет проходить данное мероприятие во Дворце Республики. Конечно же, каждого участника данного мероприятия будет встречать встречный пакет, welcome pack от компании Oriflame. Я думаю, что там они тоже найдут достаточно большое количество сюрпризов для себя на время всего мероприятия. И после данного мероприятия мы, конечно же, отправимся с растущими лидерами, которые услышали Екатерину, которые услышали меня, которые услышали все акценты, которые мы расставили. А это рекрутирование не ниже 10% от базы активных консультантов и, конечно же, активность 70%. Для того, чтобы вы не запутались в своих цифрах, для того, чтобы вы все правильно посчитали, уже сегодня отдел продаж разошлет вам именные письма, в которых будет выставлен ваш план по рекрутированию и ваш план по активности, где вы увидите, какое количество людей в вашей команде должны разместить заказ, где вы увидите, какое количество людей должно стать рекрутами для того, чтобы вы стали участником данной встречи. Я хочу сказать, что такие встречи проходят не так уж часто, и пропускать их ни в коем случае нельзя. Тем более, что напрямую на этой встрече вы можете подойти к любому топ-лидеру и задать все интересующие вас вопросы. Конечно же, получить, ну, возможно, тот самый заветное направление, тот самый заветное напутствие, как вам сегодня стать, как вам сегодня открыть новое здание по лестнице успеха компании. Банкет директоров. Остался один месяц до одного из самых грандиозных мероприятий 2015 года, банкета директоров, который будет организован для
самых успешных лидеров компании Oriflame. В этом году участниками банкета стали, ну, по нашим меркам, уже почти рекордное количество, 600 человек станут участниками данного банкета. Как вы знаете, на этом банкете директоров будет рекордное количество награждений в топовой команде. Банкет директоров будет проходить во Дворце спорта, для тех, кто задавал вопросы, где же будет место проведения, это будет Дворец спорта. Наверное, пока мы не изменяем свои традиции, эта площадка для нас одна из важных и значимых площадок нашей страны. А какие есть еще нюансы? В самое ближайшее время вы получите на ваши СПО в именных конвертах приглашение. Приглашение действует на две персоны. Что еще? На банкет директоров, как вы знаете, не допускаются дети до 14 лет. И касательно дресс-кода, все мы с вами знаем, дресс-код – это вечернее платье у дам и, конечно же, костюмы, смокинги у джентльменов. Все остальные наряды, как таковые, но, к сожалению, мы детей в нарядах не представлены в этом дресс-коде, на банкет директоров не допускаем. Начало банкета директоров будет в 5 часов, мы уже начнем сбор гостей. Как вы знаете, насколько быстро мы с вами соберемся, настолько быстро начнется наш с вами банкет директоров. Поэтому я прошу вас запланировать вашу поездку, парикмахеров, салоны, стилистов и так далее на самое раннее утреннее время, для того, чтобы к 5 часам вы уже прибыли на своих каретах к Дворцу спорта и смогли принять участие первой торжественной части, такой как красная ковровая дорожка, где мы будем встречать ваших топ-лидеров, и это будет нашим торжественным открытием банкета. После чего все вы сможете принять участие в припате. И хочу вам сказать, что в этом году тоже одна из задумок, которая, я думаю, будет нами реализована. Первая часть припати будет представлена уже перед самим дворцом спорта, поэтому вы не просто проведете время в ожидании начала красной ковровой дорожки, а вы сможете сделать большое количество профессиональных фотографий с различными на фоне различных присволов, ну и, конечно же, вместе со своими командами. Поэтому те, кто приедут, получат огромное количество необходимого для вас времени для того, чтобы осуществить вот такую вот профессиональную фотосессию. Поэтому обязательно собирайтесь заранее, приезжайте к 5 часам, ну и торжественное начало банкета состоится ровно в 6 часов вечера, для того, чтобы мы с вами уже начали наше торжество. Идет квалификация на золотую конференцию в Стамбул. Уже мы начали в 5-м каталоге, уже как 3 каталога мы идем по квалификации. Если у вас есть еще какие-то вопросы по вашим планам, вы их не знаете, не видели, то обязательно обращайтесь к своему АСМу, мы обязательно вам подскажем, еще раз сядем, еще раз вместе распланируем. Да, и, как вы знаете, со сменой регионов, я думаю, что это еще один повод для того, чтобы обратиться к вашему АСМу и провести вместе с ним совместную координацию вот в такой летний период, для того, чтобы расставить акценты в вашей работе. Что касается конференции, которая состоится уже в конце августа месяца, это золотая конференция 2014 года в Валенсии, то мы начинаем сбор документов для того, чтобы подаваться на визу. Я очень попрошу вас быть пунктуальными, отслеживать те сроки, которые мы вам присылаем, потому что, как вы понимаете, в этом всем треугольнике есть сотрудники, лидеры и сторонние организации, такие как посольство, которые очень трепетно относятся к комплекту документов, которые мы с вами передаем, ко времени, когда мы с вами приезжаем и так далее, и так далее. И для того, чтобы не остаться без визы и не стать, к сожалению, участником золотой конференции, вам необходимо читать почту ежедневно и в те сроки, которые мы будем указывать, передавать нам все ваши необходимые документы. Организации данной конференции, подготовкой данной конференции будет заниматься Екатерина Королев, поэтому большую часть вопросов вы сможете, конечно же, решать через нее. Первые мои два акцента – 70% активности и 10% рекрутирования неизбежно приведут вас к получению бонуса по программе «Мой первый автомобиль» от компании «Oriflame», который вы сможете использовать на свои нужды. Тем самым, выполняя вот эти вот два акцента, которые мы перед вами поставили, вы являетесь получателем бонуса. Вы неизменно растете,
ваша структура стабильна. Вы становитесь участниками всех грандиозных мероприятий, на которые мы вас приглашаем. И, конечно же, в скором будущем мы пригласим вас, когда вы станете топ-лидерами компании Reflame, бриллиантными директорами выше, принять участие в программе «За рулем мечты» для наших топ-лидеров. И вот последние данные, последняя информация о этой программе. За первый квартал 2015 года компания Reflame вручила нашим топ-лидерам 4 автомобиля, и первым обладателем в этом году стала Алина Сидоренко, бриллиантовый директор из города Гродно. И совсем недавно, буквально пару дней назад, 3 прекрасные семейные пары топ-лидеров компании Reflame стали также обладателями 3 автомобилей Volvo XC60, и теперь эти автомобили колесят по городам города Минска, Брестской области и Гродненской области. Вот такая вот потрясающая программа. И совсем скоро, буквально за месяц до банкета директоров, еще 2 топ-лидеров компании «Reflame» Марина и Валера Родькина и Алла Юревич также станут обладателями своей мечты от компании «Reflame». Ну что ж, стремитесь, достигайте. Я более чем уверена, что наша программа «Вау-лето» те инструменты, которые мы сегодня предложили вам, те акценты, которые мы сегодня расставили во второй части данного вебинара, а именно рекрутирование 30% и активность 70%, в вашей структуре обязательно помогут вам достигнуть вашей цели, достигнуть вашей мечты. И я более чем уверена, что через какой-то непродолжительный период времени мы с вами обязательно будем также вручать вам вот такой вот потрясающий автомобиль от компании. И еще раз хочу напомнить вам, каждый вторник, первая неделя каталога в 11:00, вне зависимости от погоды, мы встречаемся с вами на вебинаре «Акценты каталога 9, 10, 11, 12». Я желаю вам прекрасного, продуктивного и активного лета. Спасибо вам большое за внимание. Всего хорошего. Если у вас есть вопросы, то вы можете задавать их прямо сейчас в чате, я отключу видео, и мы в процессе дальнейшего нашего вебинара ответим на все ваши интересующие вопросы.